канун Дня Победы в Чувашии состоялся показ фильма «Несокрушимый», посвященный подвигу танкистов в годы Великой Отечественной войны. Командир экипажа Семен Коновалов по национальности чуваш. Родился в деревне Ембулатово на границе Татарстана и Чувашии. Сегодня в Чебоксарах побывала дочь героя Ирина Коновалова. О подвиге экипажа Коноваловой в Чувашии знают и помнят. В одном из сражений, оказавшись отрезанными от своих, танкисты в одиночку приняли бой. Сумели уничтожить 12 танков противника, 8 машин с офицерами, солдатами и бронемашину. Семен Коновалов дослужил до конца войны и демобилизовался в 1946 году. Сегодня дочь легендарного танкиста Ирина Коновалова-Бродская живет в Казани, но интересуется жизнью малой родины. Глава Чувашии Михаил Игнатьев рассказал гости, как развивается республика и ее столица. Микрорайон буквально новый, он за последние 10 лет такое развитие получилось. То есть медцентр там? Там самый лучший федеральный центр травматологии и ортопедии, если взять Российскую Федерацию. 64 региона приезжает. Там онкологический центр, туберкулезный центр, кардиологический центр, детская поликлиника – самые лучшие элементы цифровизации. Ну дай бог вам развиваться дальше. Такими же темпами.